трубки с телефонов и чехлы с диванов. Да, вас ждет марафон Pleasantville. 24 часа истинных семейных ценностей. Вы увидите теплые приветствия. Милая, я дома. Правильное питание. Хочешь еще печенье? И, конечно же, безопасный секс. Это собрание из ваших любимых серий. Беда в парикмахерской. Пожарный на день. Большая игра. И самое известное. Все, пошли. Пошли куда, как всегда. Вышли из Макдональда, купили. Сегодня покупочки покажу. Все, еще предлагали, гуляли на кафешке. Итак, сейчас покупочки покажу. Ну, во-первых, были в Макдональдсе, вот я уже вытащила. И, естественно, когда я прихожу, я всегда беру своему сыну Биг Мак. Один Биг Мак — это две котлеты, ну и все салатики, травка всякая, огурчики, все там есть. Дальше я два маркера купила для белой доски, мне по работе надо. Дальше я купила семечки, ну куда же без семечек. Дальше кофе, носочки для сына и для мужа. Обязательно йод-актив у меня закончился. Это такое. Завтра за продуктами на рынок. Я люблю все домашнее. Это такое, да, по мелочам. И самое главное, что была хорошая скидка Хаус. Я вот хожу и очень часто обнаруживаю, что на ту вещь, на которую я положила глаз, именно в Хаусе всегда огромные, огромнейшие скидки. Аж сегодня было 70%. Но они как делают? Сначала 20%, потом 30%, и потом уже в самом конце сезона 70%. Это на весну. На весну я купила вот такие вот ботиночки, я сейчас вам покажу. Обалденные. Во-первых, цвет. Посмотрите, какой цвет. Я ходила, я облизывалась, смотрела на них всячески, но купить я себе позволить не могла, потому что они стоили, сейчас я вам покажу, там вот уже я сдирала цену, 969 или 999, ну вот она уже как бы цена ушла, а сверху вот была наклеена вот тут вот скидочная цена, скидка обалденная, в общем, 499 они. Я их купила за 499. Вот стоили. Ну, 50, это не 70, это 50% скидка получается. 41 размер мой. Это с носком. Так-то я 40 ношу, но с носочком я ношу 41. Вот. Это, конечно, бомба. Я очень, мне нравились такие ботиночки. У меня когда-то были такого плана, но только без рифленой подошвы. А в этом году и прошлый весь год модно рифленая подошва. Поэтому смотрите, девочки, рифленая подошва. Вы не смотрите, что она там грубо смотрится. Она не грубо, это такой стиль. Кстати, это мой стиль. Я обожаю этот стиль. И наконец-то я дождалась этой грандиозной скидки. Произошла она, видите, как уже после всех праздников. Вот, такой, вот такие вот класснёвые. Вот Хаус, фирмы Хаус. Обожаю этот магазин. Обожаю за эти скидочки, за такую обувь. Просто на ноге сидят. Обалденно. Сейчас покажу. Итак, смотрите, как смотрится на ноге они. Смотрится обалденно. Смотрятся они обалденно на ноге. Видите, как? Да, Ремочка? Красиво? Да подожди, дай посмотреть, Рема. Моя хорошая девочка. Все, отойди, отойди, пусть все посмотрят. Вот, видите, как смотрятся они. Ну, вот здесь темно, и поэтому не передается вот этот цвет вишневый. А вообще цвет обалденный. И они, знаете, как вот прямо чуть ли не лаковые так смотрятся они. Классно. Так, отойди, я покажу. Ремочка, отойди, я покажу полностью, как смотрятся они на мне. Отойди, ты же умная девочка. Отойди. Отойди в сторону. Отойди в сторону. Отойди. Вот, молодец. Еще отойди. Отойди еще. Отойди еще. Отойди. Вот, молодец. Вот, видите? Вот такие вот они.
Вот такие вот они, вот такие. Это мой стиль. Обожаю такую обувь. Обожаю. Вообще, это не обувь, это класс. Класс. Просто класс. Так что мне сегодня очень повезло. Очень повезло. Я рада. Не могу передать как. Можете меня поздравить. Вот так вот они смотрятся. Вот так вот они смотрятся. Такие класснёвые, приклассневые. Все. А вот она я. Вот она я. Посмотрели мы покупочки. Порадовались вместе. Ну и еще браслет у меня остался. Сейчас я вам покажу его. Так. Вот последняя покупочка у меня сегодня. Это из натурального камня браслет. Тоже у меня там есть один магазинчик, который я очень люблю. Я покупаю себе коллекцию Тиффани. Вы знаете, что я коллекционирую серебро Тиффани. Кстати, сегодня видела золотые сережки Тиффани. Безумно дорогие. Я, конечно, не стала их покупать. И в этом же магазинчике я обнаружила очень хорошую скидку. 50%, и, как я вам уже сказала, что 50% это скидочка моя. Если я вижу такие скидки, то я сразу же бегу вперед и обязательно покупаю. Особенно если вот написано, что, видите, браслет из натурального камня. Что это за браслет? Сейчас я вам скажу. Это камень называется хрусталий. Вот посмотрите, кстати, он холодненький, такой приятный. Вот этот вот шорох. Это никакая не пластмасса, это настоящий холодный такой камень. Очень прилично, красиво сделан, аккуратненько. И огранка у него очень симпатичная. Он весь переливается. Вот посмотрите как. Он прям сахарно-белый. Ну а вот здесь вот циркония. Так, сейчас я вам покажу, как на руке. Эта красота смотрится. Вот, кстати, сегодня я была, ну я показывала уже в таком колечке, который мой муж мне подарил на новогодние праздники. И в таких же сережках. Вот, посмотрите, как смотрится на руке. На руке смотрится очень красиво, очень прилично. И, ну, конечно, не под эту одежду. Вот, и очень симпатично. И циркония хорошо играет. И сами вот эти вот, сами вот этот хрусталий. Это не хрусталь, а хрусталий. Тоже очень красиво играет. Видите? Супер, люблю. Вот натуральные камни я очень люблю. Очень люблю. Пластмасса, то пластмасски, ерунда всякая разная. А вот когда вот так вот красиво все это смотрится. Ну, еще знаете, как я всегда так ношу, а потом переделаю на свой лад. И как я смотрю, я когда выбираю какую-то бижутерию или какие-то украшения, я всегда смотрю, если это натуральный камень. Я знаю, сколько стоит одна, например, бусина хрусталия. Она сейчас стоит от 7 до 10. А это, если посчитать каждую, то это будет очень дорого. А я купила с такой скидкой, что просто смешно. За смешную цену, как говорится. Вот так вот приходится выкручиваться. Приходится себя радовать. Но это у меня не запланировано, совершенно не запланированная покупка. Запланированная была вот эта. Я знала, что там скидки. Я знала, но не знала, что настолько. Я ходила, охотилась. Один раз пошла, нет скидок. Ну, не такая сильная была скидка. Второй раз пошла, нет. А сегодня пошла в этот свой любимый магазинчик. И бинго! И тут же их взяла. Вот так вот я делаю. Там мне еще одна кофточка нравится, но это потом. Это нужно ждать. Может быть, даже на эту кофту будет
Скидка, я так себе думаю, где-то в апреле месяце. И я ее тогда куплю. А пока будем ходить и облизываться. Вообще, главное самое, что-то очень сильно пожелать. И если вы, девочки, что-то очень сильно пожелаете, то оно обязательно у вас исполнится. Обязательно исполнится. Вы будете самые красивые, самые крутые, самые-самые-самые, потому что вы мои и вы со мной. Я вас люблю, целую, ваша Катя.